Байнаульский национальный природный парк является одним из значимых природных заповедников в Казахстане и способствует сохранению природного наследия региона и его экосистем для будущих поколений. О деятельности государственного природного парка смотрите в сюжете. Байнаульский национальный природный парк был создан как самый первый национальный парк со статусом особо охраняемой природной территории 12 августа 1985 года с целью сохранения уникальных экосистем и биологического разнообразия. Общая площадь национального парка составляет более 68 тысяч гектаров и представляет собой комбинацию горных ландшафтов, лесов, речных долин и высокогорных пастбищ. Также у нас в оперативном управлении находится заказник «Кызылтау» для охраны редких исчезающих видов животных, в том числе занесенных в Красную книгу. Общая площадь заказника составляет 60 тысяч гектар. Парк предлагает различные возможности для активного отдыха и экотуризма, включая пешие верховые походы, скалолазание, птичьи наблюдения и прогулки по живописным тропам. В парке также организуются экологические программы и образовательные мероприятия для посетителей с целью повышения осведомленности о важности охраны природы и сохранения биоразнообразия. У нас имеются также туристические зоны. Это Джасыбай, Баянаул, Джасыбай с озером Джасыбай, Байнаул с озером Сабындыколь, Торайгыр с озером Торайгыр. Также у нас имеется озеро Брыжанколь. Мы оказываем услуги по любительскому лову рыбы. Ежегодно у нас идет зарыбление в наших водоемах ценных пород рыбы. На территории национального парка имеется 59 землепользователей, которые осуществляют право долгосрочного и краткосрочного землепользования. Вот видите, у нас в Джасыбае находится 54 дома отдыха. На озере Сабындыколь у нас находится 5 домов отдыха. Вся работа сотрудников национального парка направлена на то, чтобы сохранить природу от пожаров и незаконных фактов пресечения на животных. Байнаульский национальный природный парк является важным местом для исследований и научных наблюдений, а также привлекает туристов своей природной красотой и экологической ценностью. Валентина Леонова, Алексей Мехедов, Ертыс-Акпарат из Байнаульского района.